Разве вы не хотите быть счастливым? Счастливым? Вы что, против того, чтобы быть счастливым? Господи, помоги. Что, я задал щекотливый вопрос, почему вы против счастья? Это противно человеческой природе. Противно человеческой природе, с этим я соглашусь. Счастье. Что? Будто так не бывает. Ни у кого? Нет. Как же мы попали в такую переделку? Мы родились в такой переделке. Страдание и судьба человека — это одно и то же. Одно есть описание другого. Мы говорим не о страданиях, мы говорим о том, чтобы быть счастливым. Нельзя быть счастливым, если тебе больно. Почему? Вы несете чепуху. Тяжело услышать такое от профессора. Проповедник упал навзничь. За сердце схватился. Его глаза в голове его закатились. Минуточку. Минуточку, друзья. Проповедник моргает. Он приходит в себя. Он приходит в себя. Суть в том, профессор, что если в твоей жизни нет боли, как вообще узнаешь, что ты был счастлив?